9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. С 2004 года эта дата отмечается по инициативе Организации Объединенных Наций. Что такое коррупция и как с ней бороться на Колыме, сегодня объяснили в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Магаданской области. Коррупция как социальная болезнь общества прямо или косвенно приводит к вовлечению в ее сети многих граждан. Порождая своего рода коррупционные цепи. Это вымогательство, превышение должностных полномочий, корыстное использование правил. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации, в частности, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции в Магаданской области, проводится планомерная целенаправленная работа по пресечению на территории города Магадана и Магаданской области фактов совершения преступлений коррупционной направленности. За последние два года на статистический учет было поставлено 45 преступлений коррупционной направленности. Особый резонанс вызывают коррупционные преступления, совершенные должностными лицами. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в очередной раз призывают граждан и жителей области не нарушать действующее законодательство, не становиться пособниками преступления, а при фактах вымогательства взятки или став свидетелями иных коррупционных проявлений, незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по месту своего проживания.